И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Будь я проклят. Это ж бурбон. Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так. Братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Сейчас нас ограбят. Не двигайся. Так, я книжечку заберу, она все равно вам не нужна. Стоять! Я с тобой разговариваю. Иди в баню. Не берется. Я тогда за угол зайду. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Кажется, надо было просто присесть. Походу, пулик им отсыпал, да? Мы вляпались по а здесь я стырю вас. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам Я там давно уже не был. Не знаю, как теперь, но раньше там на сиденье обугленные человеческие тела лежали. И даже сидели. Просто ужасно. Через этот поезд очень трудно пройти, а обойти правильно нельзя. Потому что тоннель... Сначала у нас разведчики стали вокруг. Уходили в тоннели и не возвращались. У них, правда, салаги-разведчики, не то что наши. Но у них ведь и станция поменьше. Народу там не столько живет. Так. Просто посмотрим, что где, брать ничего не буду. Поэтому я тогда решил На Ганзу нам пути нет. Но зато. Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Ну, как скажешь. Минут пять у нас есть. Свет тут не включается. В смысле, фонарик. Чё рисуешь? Чёртиков. Станция метро, проспект Мира. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом приударил сюда. Но не перегоняли свою машину из счастья в часть караула. А вот ключики я возьму. Наверняка где-то здесь нычка есть. Командир сейчас занят. Подойди позже. Да надо мне твой командир. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес первое слово. Поздравляю. Мама или папа? Чё тут бухать? Вот, спасибо. Оп, чё там, где там, кто там? Ня. Так, а ты чё тут? Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Да иди в баню. Базар. Гламурным, говоришь? Пихается, алло. Что если дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты едят у детей мозги. И дети у них становятся мутантами. Крыска? Покупай себе крысу. Круто, да? Где же бургунта? Что-то дороговато. Ну как хочешь. Дороговато, конечно. Нет, лопата, ножовки, ножи. А ты что торгуешь? Грибочки, грибочки мне твои не нужны. Да что там такое, мелкий ты не... А ты же вроде был на другой станции, алло. Или это все на одно лицо? Это же в прошлом видео был. По крайней мере, так же сам был одет. Брат рассказывал,
Так это он и есть. Да. Так, сюда мы не пройдем. Или пройдем? Прыгать я не могу. И пройти не могу. Ошибись. Зеленым человечком. Ха. Чё тут, мужичок? Охраняешь склад? Даже мыслей не было. Так, ладно, нам все равно выбора другого нет, только туда. Так, дрезина. О, продавцы. Патроны найдем сами. Так. Оружейник? Вот мы возьмем. Так, вот это вот вещь. Хорошая, конечно. Оптика даже есть. Так, тюнинг. Двухкаратный прицел. Сколько у меня патронов? Ну, нормально так. Тут ничего нового. Тут тоже. А, лазерный прицел. Такое себе. Так, а что на этот? Отличное оружие. Не пожалеешь. Обменять? А сколько обмен будет? Не пишут. Я думаю, мы найдем такую пушку. Поэтому пока я, наверное, вообще ничего брать не буду. Ты говорил, там фильтры нужны. Вот фильтров можно прикупить. В смысле? Одни фильтры. А, вот фильтр. 20. Это не продается. Максимально. Ну и все, не будет. В смысле, руку. Что это у нас, тир тут, что ли? Возможно. 10 монеток, говоришь? Ну, можно попробовать. Так. Заряжено, можно будет переключаться с одного пистолета на другой. Так, испытания. Ох, тут много испытаний. Давай с первого попробуем. Пока все просто. Блин, у меня скорострельного оружия вообще нет. Автомата я не взял. Да, блин, не мажь. Пока хватает. Сейчас как начнут сыпаться, наверное, со всех сторон. Хватает времени. Так, твою ж налево. Да какого хрена? Да что за... Твою мать. Мишень уходит. Давай, не успеваю. Твою ж налево. Да как я мажу, твою мать, а? Бляха, сколько их?
Блять, мне нужен автомат. Как здесь я все просрал, наверное. Да стреляйте, твою ж. Ну быстрей! Мою. Они уже начинают уходить. Мишени. О, вроде все убил. Вроде бы ни одной не пропустил, это какое четвертое было. Сейчас будет пятое. Тут еще круче. Так, дробовик перезаряди. Аю. Пригодится. Так, вроде ничего пока. Ну это пока. Человек посыпется. Блин. Хорошо, что здесь патронов хоть не тратится. У меня бы и патронов бы не хватило. Да и твою мать, ну как так-то? Я ж прицелом навожусь прям туда. Да ешь твою мать. Так. Пятое. В голову стрелять? А. Так куда им бить-то? А, по башкам, наверное, бить. И тогда мишень открывается, ясно. Ой, а. Так, ну тебе... Так, вроде все попадали. Щиты, то есть, попадали всех. Не заметил. Ах ты, ты там у нас... Что там за карлики, блин? О. Что это было? Пройдено? Так, подождите, их, ну, то есть их не трогай. Патроны кончились. Нормально. Пока справляемся вроде бы. Блин, не хватает мне мощности пробить их. Давай, давай, давай. Быстрей, твою мать. Да стреляй ты, твою, что такое, блядь? Ты посмотри, нажимаю, он не стреляет, мудак. Бляха, стой, 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 стой. Не успел, походу.
Ох ты, косой. Да чтоб ты, здоров. Да что ж такое-то, он взял в руки, блин, я нажимаю, он не стреляет. Подойти. Что ж там такое? Ты посмотри. Хрен поймешь. Да не успеваю я нифига их перестрелять с пистолета, вот в чем весь прикол. Шестое испытание, я никак его не пройду. У меня все оказывается все это время свет горел. Ты упадешь или нет? Успеваю. Опять что испытание? Да твою ж налево. Дайте мне патроны. В смысле, что-нибудь получше. Я не могу. Ладно, нажму паузу, то бесконечно будет, наверное. В общем, получилось. Так, 10 патронов мы заплатили. 45 выиграли. Нормально. Короче, получилось. Надо было четко делать. Ну ладно, в общем, получилось. Так, вот тебе ничего не надо. Говна автомат. Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Какие они там у тебя лучшие? Говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. А вот это я возьму, вот этот обронил. Это уже ничье. Нашел, значит, мое. Дизелечек. Так, а куда же мне надо? Одну минуточку. Тут прохода нет, там прохода нет. Нет, не по карману. Где бургон? Не, его не вижу. Я под ним тем же коридором хожу. А вот же он. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, шматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выдвигаемся. Я думаю, нам сейчас дадут по жопе. Жестко. Никто меня не слышит. Нет никого. Думаю, в Питерском. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Ну что ты, давай, иди. Говорит Москва. Станция метро, проспект. Давай, меня сюда вообще не пропускали, если что. О,
без тебя. Так, вот такой бы мне бы пригодился дробовичок. Ты сам не знаешь. Ну давай пульки и проходи. Я уже Михи замышлял. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Сейчас кто-то слышит. Приятно с вами иметь дело. Один кинул, потом второй кинул. Потом еще кто-то кинет. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Не бухти. Если меня кто-нибудь слышит... Давай, давай, проходи, стоишь. Нельзя выстрелить. Пошли, пацанчик. Нам это. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Вот. Пока не сдохнет. А теперь будь очень, очень настрём. Да-да-да-да-да. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Твою ж мать. Я ж немножко испугался. Без них никому не давно скопытывать. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мосты, куда добычу втаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху тебя не будет попасть. Не попал. Ни с патронами, ни с фильтрами. А что тут такое было? Я ж вроде ничего такого не увидел. Что я тут мог увидеть? Фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпало. Спасибо, братан. Канистра взрывчатка, что ли? С бензином? Ничего не спрятали тут для меня? Так, а свет, пожалуйста, включи, ага. Ага. Помните, ключик я взял? Наверняка этот ключик от этого сейфа. Ага, сейчас. Значит, я там на это не нашел ключ. В смысле, сейф. Ничего тут такого особенного и нет. Вообще. Ну ладно. Ключа у меня нет. Значит, надо поискать ключ. А мы спрыгнуть можем? А дверь закрыта? О. Не видел. О, нормально. Чтобы не обходить. Так, что ты там искал, жмура? Ну, а я поищу теперь. О, спасибо. Грёбаная креветка. Чё за звук? У нас кончается фильтр. Банкомат. А, вон вижу ключик. Что-то шелестит это везде. Закрыто. Так, ни черта тут нету, я не вижу, по крайней мере. Тихо. Что там дзинькнуло? Давай ключик. По осипке.
побежали наверх. Так. Да серьезно. Да не кончается так быстро фильтр, блин, вы что шутите? 2 минуты и угольный фильтр, гудбай. Брехня это все. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Давай, открывай. Я! Теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, но когда базарим. Пацан, начкуйся! Демоны. Демоны! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Тоже повезет. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Тут больше точно ничего нет? Давай, прыгай, я тебя поймаю. Да подожди ты там. Поймает он меня. Знаем мы тебя, как ты меня поймаешь, сейчас я нырну вниз. Ага. Всплывай. Да что ж мне так не прется, а? Смотри, сейчас сам навернешься. Так, ну я пошел. Толку все равно с тебя мало. По-моему, тут, когда я смотрел, досок этих не было. Только что. Да не бухти там. Тут все равно. Шутник, блин. Демоны! Во-во, там и сиди. Так, ну что тут у нас? Жучки. Это типа лифт. Что у тебя есть? Так. Нафига. Ладно. Так, еще кто-то есть. Так, у тебя какая-то пуха есть, да? А ну. Так, где там? У меня тут... А там с лазерным прицелом, говоришь? А нужен мне этот вот прицел? Хотя, ладно. Все-таки это модуль, он стоит денег. Ладно, берем обратно. Я видел там, как туда попасть. Это никак. О, привет, крыса. Пока, крыса. Да вот как. О, здесь ключик. Иди сюда. Блин, так на вас фильтрах не напасешься. Че, больше у тебя ничего нет? Студент. Че происходит? Ладно, выходим отсюда. Походу, здесь радиация или что? Блин, косолазый. Ить. Так. Неплохо. А я сюда не пролезу. Что тут шелестит? Подожди, а что там было? Где я эту крысу убил? Первую. Мужичок. Ну, привет. Фильтр, патрон, спасибо. Автомат где твой? Нету. Что звук? Что щелкнуло? Телефончик. Ничего не открывается. За столом, опа.
еще 12 патрончиков. Ну, нам только наверх. А, вот и сейфики. Нехило так патронов набрал уже. 347, что ли? Я не заметил. Так. Ничего. Так, ну нам наверх. У нас другого варианта нет. Это демон тут гребаный летает, да? Наверное. Так, свет пока выключу. Так, нам наверх уже все, да? Ага. Спасите. Спасите? Могу в пуль выпустить? Это не я шастаю по стеклу. Ого. Аж целых 2 патрона, спасибо. Че это такое блестит? Консервная банка, бутылка. Да он даже перепрыгнуть, переступить не может. Серьезно? Немощный какой, Артём. Никто там пульку не обронил, случайно монитаз. А в умывальнике тоже. О, привет. Типа туда. Давай, сойдем туда. И что тут? О-о-о-о-о-о-о! Привет, дробовичок. А, это не дробовичок. О! Это я возьму. Кто там? Кто ты, чудовище? Отлично. Свет. Да блин, перепрыгнуть, даже переступить не может. Ящик. Где ты, скотина, а? Мне на первый этаж надо будет падать. Так, ну это воздушка, да? Весь вопрос, нужна ли она мне? Думаю, что, наверное, нет. Ладно, я пошел отсюда. Твою ж мать. Чё живой, в смысле? Да как вы, блядь, сквозь стенки меня бьете? Чё за бред? Они... Конечно, зачем? Можно сквозь стенки ходить, чё бы и нет-то? Почему бы и нет? Шорхи, блин. Чё нельзя? Никуда не переступить, ну, блин. Ничего нигде нет, самое интересное, что. Ну ладно. Так, это я у тебя возьму. Что у тебя еще есть? Тихо убрали, хорошо. Выключи свет. Ух ты, задрал. Ну что, только что как-то поднимался сюда, ну ее, что иметь. На. Хрен тут пройдешь. Просто где-то еще кто-то бурчит. О. Привет, мужик.
Просто надо это хрипящего убить, чтобы он не поднял тревогу. Так, а что там было? А, кондиционер показался. Что там что-то путевого было. Тихо. Здесь вопрос, куда мне надо? Что там? Сюда. Ух ты, твою мать. Ну что там такое? Что там такое? Кнопку не донажал. Чекпоинты, блин, в таких идиотских местах появляются. Опа. А, это комп, показал сейф. Так, выключи свет. На ней пистолет. Да поменяй ты уже, кряхтишь там. Птичка полная, ему не надо. Сюда. Так, теперь тут надо нажимать. Тут ничего по углам нету. А в ящике. А в контейнере. О! Аптечка, что ли, лежит? Но у меня уже есть как бы. Где ты там-то, скотина? Вообще-то там вот еще туда проход был, блин. Кто там? Ага. Тема. Не стрелять я в него не буду, это не очень умно. По люкам прыгать? Нет, спасибо, я лучше пойду в... По-нормальному пойду. Да я же нажимал, бля, что такое... Удерживать его удерживал, и что? Пшу вон, козел. Закрой дверь. Не закрывается. Так, опа-па-па-па. Жалко, модули, блин, брать нельзя. Очень короткий обрез. Мне лучше этот пойдет. Обратно дай. Вот это дороже получается за счет приклада. И это вот, но... А я лучше со своим останусь. Мне нужен... Мне нужна убойная сила. Так, что это? Ничего, ножки. Нифига тут нету, да? Нифига тут нет. Тихо. Не пищи там. Это бургон там, что ли, стреляет? Че происходит? Галюны. В пустах ничего, хотя можно было бы что-то спрятать. Так, окно, говоришь, можно найти. Сохраняшка прошла. Вряд ли здесь что-то есть на этой спортивной площадке, поэтому пошли сюда, из детской. О, может, тут даже дышать можно. М
Можно. Но недолго. Я вас заберу. Уже почти 400 патронов, неплохо. Додевай, давай уже. Блин, я думаю, здесь можно пройти куда-то. А вот и нифига. А вот и некуда здесь идти. А, нет, в смысле, некуда. Ну, вообще-то, наверное, некуда. Никак. А куда же мы дальше-то? Здравствуйте. Не обращайте на меня внимания. Алюны. Меня заметили, что? Меня вроде не заметили, это хорошо. Так там цепляешься за все. Куда ты не доделась? О, круто, можно на дерево залезть. Здравствуйте. Так. Чё у тебя? А где оружие твое? Походу его кто-то облутал, хотя... Вряд ли кто-то патроны бы оставил, ну ладно. Короче, нам так пушку хорошую все равно не дадут сразу. Я уже жалею, что я не купил ту. Так, пока подожди. Тут ничего нет. Фига тут нету. А в здесь тоже нет. И в там, и в тут, в общем, ничего нет тут. А. Все. Надо идти отсюда. Там патрончик, глядишь, на что-нибудь нормальное насобираем. Так, берем ближнее оружие. Тихо. Не это самое. Их будет много. Как только они заорут. Ой. Ну все, я спалился. О, привет, мужик. А, я тебя же ултал. Немножко пошуметь пришлось. Ну да ничего. Тут, походу, уже до меня уже много кто тут был. О! Ага. Блин, на автомат патронов на максимум уже 270, да, было показано. Идти же. А мне-то их тратить даже нечем. Вот это я, конечно, молодец. Ну ладно. Я слышу, стреляет. Там бургон, походу, где-то развлекается. Нам явно туда. Но сначала посмотрим, что здесь. Тут может быть. Теперь можно еще и вниз пойти, да? Арбалетные болты собираем. А кто ж их убивал? Где хозяин болтов?
Ушел. Ладно, здесь прохода нет. Хотя туда тоже прохода вроде бы как нет, да? Конечно. А, нычечка? А, нычечки там тоже нет. Ну давай, вылазь уже. Да присядь ты. Воу-воу-воу-воу. Че это у нас тут? Не, меня тебя не испугаешь. Дешевыми трюками. Свет включи. А, свет не включается. Кастрюлька. Вполне себе хорошая. Радиоактивно немножко, но это не страшно. Телевизор. Блин, не могу фонарик включить все равно. Короче, тут нет нифига, да? Прям совсем. И что мне чуть тут вообще забыл? Давай, иди. Так, о. Это мне. Пароход. И все. Спасибо, не надо. Вот и свет включился. Так, не кряхти. Фильтра, блин, на тебя не напасешься. Так что надо шевелиться. Обижали. Тут вряд ли что-то есть. Вообще тут нифига нету. Или что-то есть. Близко прям стреляет. Ладно, нам вниз в любом случае, потому что здесь нам, я вижу, что я никуда не пройду. Оп. Так. Радиация кругом. Я хотел прицелиться, а тут дуплетом стреляешь на правую кнопку. Понятно. Не нажимаем на правую кнопку. Ты меня не видел, я тебя не видел. А черт, закрыто. Газелька. О, спасибо. Может ему пистолетом между или в спину ему шмальнуть? Не самая хорошая идея. Блин, и здесь не пройдешь. Ну давай, шевелись, жопошник. Замерзшие все. Ага, все-таки можно пройти. Так, растяжечка. А мы ее обрежем. О, динамитик. Птичка улетела? А, нет. Теперь да. А я не видел. Я бревнышко ты не видел? Где оно было-то? Где ты, скотина, улетела? Наверняка там что-то есть, вот туда заглядывал. Иди, иди, я тебя угощу. Свинцом. В упор. Ну что, назад надо бежать. Это зараза не идет. Давай, 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 давай. Да что такое, цепляешься? Кто там стреляет все время? Так, ну типа туда же можно было тоже пройти. Да. Походу, эта скотина на меня сейчас будет охотиться. Так, вижу еще одну растяжечку. Чик. Ага.
Я не знаю, мне вниз надо было или туда идти. Тихо, тихо. Поменял фильтр. Если я не вернусь через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи. Это мельник или кто-то? Водяра. Ты мне пушку тут не оставил? Кто там ходит, блин? Что тут больше нету? Ну тут патронов до хрени, конечно. И ничего скрафтить нельзя. А, еще стреляет. Книжечки. Так, ну ладно, нычка хорошая, патрончики взяли, пошли туда. Правда, получил бревно. У меня бы это бревно бы явно убило бы. Там вес у него хрен знает сколько. Закрыто. Так, ну тут прыгать надо. Обратно дороги нет. Смысл? Куда ты там упал? Откуда тут вода была? Алло, всплывай давай. Что-то там... Где? Там же воды не было. Алло, во что ты тут провалился? Ну, серьезно. Ладно. Ну, как это же назвать? Воды нет, а я провалился непонятно куда. О. Патрончики я у тебя возьму. Заряжено? Заряжено. Я отсюда. Так, есть наверх, есть сюда, куда-то проход. Так, кто-то отдыхает. Сходим к нему. Ну, та яма не сюда, надо было. Пошли обратно. Тут можно еще внутри пошастать. Че это? О! В смысле, уже максимум, что ли? Да ладно тебе. Блять, все на максимум. Фильтр хорошо, спасибо. Че на максимум идти же пассатиж? Слишком аккуратно играют. Так, я у тебя брал, да? Блин, патрон уже не лезет, а твою. Выключи фонарик, слишком яркий. Возьмем пока глушитель. Я его чуть не выстрелил. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Ну ты иди. Ты мне все равно тут особо не нужен. Мешаешь только... О, бродяга. Ну деньги хоть берем. Что там у тебя лежит с той стороны? Да. Невидимая стенка в вашу Машу. А здесь пульки никто не положил? Откуда ей там взяться, этой пульки? Так, давай, Бургун, топай, топай, топай. Топай, я без тебя найду, куда идти. Давай, давай, давай. О, кошка. Могу залезть. Наверное. Или нет? Или нет? Да серьезно, что тут? Банан тебе говорят, они тебе в окошко влезть. Демоны!
Да твою ж. Так, 425 патронов, неплохо. Он, блин, вызвал этих уродов, демонов. Испугал их. Ну, ты сам с ними исправляйся. А я пошел, нет меня тут. О, здрасте. Ключик. Вот это хорошо. Так, а где мы видели сейф? Я еще не видел никакого сейфа. Надо искать. Подозрительное место. Так, 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 веревочка. Тихо. Дробовик полный. Ага, а вот и сейфик. А я как раз ключик нашел. Все, конечно, не возьму, но патрон возьму. Деньги, в смысле. Ну, тут патроны это деньги. Но не вот эти, то, что мы стреляем. Тут можно переключиться на другие патроны. На деньги. Ничего не лезет, но все равно все углы обсматривают. Хрен, все равно не залез в окно. Ну что ж такое-то? Началось. Демоны! Да, главное, желтый снег не есть. Да тебе в жопу. Ух ты, стрелял в одну, попал в другую. Меня подходит. Ну, мы друг друга кроем, потому что нормально все. Бляха, муха, застреляй. Упс. Не подходи под патрон. Опа, демон. Дуплетом его. Да я же выстрелил в него. Так, надо сваливать. Куда? Где он? Вниз, что ли? Я не знаю, куда он побежал. Я не видел. Ах ты ж... Не убежишь так просто. Да ё-моё, блин, опять. Вот сохраняется, хрен знает где. Иди сюда. Фу. Не ори. Иногда мешает. Хотя я сам тут, наверное, вряд ли выжил бы. А он за стену уже мертвый, просто болтается. Так, надо смотреть, куда он побежит. Ну туда, наверное. Ай. Давай, 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 лезь, лезь, лезь. Так, уже больше часа. Нет, час 24. Мы
возвращались в метро. Ну что ж, а на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр. Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.